Engels Go Home. Англичане отыскали в Полтавской области демонтированную статую коммунистического идола и собираются отвезти ее в Манчестер, где Энгельс провел молодость и вместе с Марксом написал всем известный манифест коммунистической партии. Повезут монумент в открытом грузовике через всю Европу. Подробнее Светлана Шакера. Рабочие аккуратно разворачивают запакованную статую Энгельса во дворе Харьковской школы. Здесь бетонный Фридрих ждал приезда англичан. Художник и режиссер Фил Коллинз, тезка известного певца, доволен. Он полтора года искал памятник Энгельсу. Я провел много исследований в Украине и России, бывшем Советском Союзе, а также во Вьетнаме, везде, где есть статуи Энгельса. Никому не нужный после декоммунизации монумент нашли в Полтавской области в селе Марьяновка. Зашли в интернет, вбили колхоз имени Энгельса. И вывалилась целая куча. Обзвонили колхозы. То есть он валялся у них там, где-то валялся. Мы пришли, говорим, дайте. Они говорят, не, он же нам нужен, а зачем? Ну а вдруг? А вдруг завтра законы все перевернутся обратно? Местные жители все же отдали расколотую надвое бетонную статую, которую вначале перевезли в Харьков. Здесь провели экспертизу и получили справку. Статуя не представляет художественной ценности. На открытой платформе Энгельса провезут через всю Европу, до самого Манчестера. По пути будут снимать фильм и покажут его на арт-фестивале «Манчестер Интернешнл». В центре города, в Манчестере, установят большие экраны. И мы будем показывать, как статуя путешествует по Европе. Я думаю, что Манчестер таким образом отдает дань человеку, который там жил и работал. Организаторы акции уже решили, где именно установят монумент. Его установят в центре города, на Тони Уилсон Плейс. Это недалеко от того места, где он писал свою книгу «Положение рабочего класса в Англии». В школе, во дворе которой хранилась статуя, даже урок истории провели. Объясняли детям, о чем же писали Маркс и Энгельс. Многие люди, которые кувалдой работали с 7 лет, они не понимали, что такое, например, прибавочная стоимость, что такое капитал. Ну, не знали. А Энгельс с Марксом все это написали. Завтра статуя отправится в дальний путь. Старт с бывшей улицы Энгельса, ныне Рождественская. Светлана Шакира, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьков.